Привет, друзья! Меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение замечательной игрушки, которая называется Sunset, мать его, Overdrive. Ну что ж, великолепная игра. В прошлой серии у нас было великолепное сражение с боссом, которого зовут Физи. Вот только что уменьшенную копию мы поймали этого Физи. И это была довольно эпичная тяжелая схватка, после которой нам сказали возвращаться обратно к пивоварне, на нашу базу, потому что там кое-кто хочет с нами поговорить. И это кое-кто вполне симпатичное. Вот таким образом нас заинтриговали, так что давайте поспешим, вернемся обратно и посмотрим, кто же там нас ждет. Блин, саундтрек в игре, конечно, просто превосходен. Еще бы про разработчики, точнее про обладатели, за него не въезжали почти под каждую серию. Ну ничего. С ним уж как-нибудь поборемся. А, нам вот на эту базу, думал, на пивоварню, а нам оказывается сюда. Ну что же, это тоже интересно. Старая фабрика. Давайте посмотрим, кто там нас ждет. А, ха, привет. Меня зовут Ким. Привет. Извини за ту историю с выгнать из отряда. Это к лучшему. Командир Нортон плохой человек. Он говорит, что ищет Бриллиантина, но это не так. Я подслушала, что он говорил в адрес Бриллиантина на фабрике хот-догов. Говорят, что этот Бриллиантин очень умен. Он гений. Гений, попавший в ловушку на фабрике хот-догов? Я волнуюсь. Его нет уже пару недель. Мы найдем его. То есть я найду его, так? Ну, кто-то же должен остаться и утешить Ким. Верно. Продолжай в том же духе, Сэм. Ну что ж, замечательно. Хот-дог. Поищите командира Бриллиантина на предприятии по производству хот-догов. 2500 баксов. Ну, еще там куча всякой фигни. Также у нас есть новое поручение, но мы его выполним, пожалуй, попозже. Раз уж мы взяли квест, давайте по квесту, собственно, и будем двигаться. Так, стоп, а что у нас там по патронам вообще, собственно? 26, 22. Да, в принципе, вполне хватает всего. Так, ладно, пока поставим грязного Гарри. Так что там с этой фабрикой хот-догов? Если хочешь пережить апокалипсис, лучше не прикасайся к хот-догам. Командир Бриллиантин — специалист по поднятию боевого духа. Может, он решил, что пикник с хот-догами поднимет дух отряда? Забавно. Лично я предпочитаю поднимать дух алкоголем. Алкоголь — это депрессант, и он опасен для здоровья. Ты права. Лучше есть переработанные свиные губы и жопы. Это здоровая еда. Блин, перевод, конечно, просто потрясающий, на самом деле. И озвучка, и перевод, и вообще, в принципе, диалоги очень неморные в игре. И это не может не радовать. Так, слушайте, я, походу, дело зря переплывал, потому что мне нас снова еще из воды. Ладно, ничего страшного. Это мы умеем. Ну вот и все. Так, я на фабрике хот-догов. Поищи следы командира Бриллиантина. Ай, паршивцы. Паршивец-метатель. Они решили модернизировать свой арсенал. Жестко. Откуда у них современное оружие? Они недостаточно умны, чтобы делать его самостоятельно. Тебе, наверное, придется иметь дело с паршивцами во время поиска улик. Ты думаешь? Паршивцы и улики всегда вместе, как... Да давай ты мочи уже, наконец, ну. Вот так-то лучше. Получайте, ублюдки. Вот вам немножко моим холодным оружием по щам. Что там, все сдохли, нет? Как ее подкинуло. Неплохо. Вот там вот еще куча. А мне туда не надо, в принципе, мне надо сюда на точку. Так что, пожалуй, давайте так и сделаем. Вот, кажется, то, что мне было нужно. Ох ты, мать его. Японский меч. Вряд ли командир отряда стал бы носить такой. Да, это необычно, не так ли? Но это может быть меч Бриллиантина. Он никуда не выходил без него. Думаю, эти сведения были бы весьма полезны в самом начале этого предприятия. Но нам нужно больше доказательств. Ну что же, я пробую еще собрать доказательств. Оп. Кажется, пора валить. На, получай, ублюдок, получай. Давай, давай, лови, лови. Вот так, всем достанется. Патронов хватит на всех. На крайне у меня еще есть бита. Так что вы, собственно, особо не переживайте. Все под контролем. Хорошо вошло, по-моему. Даже очень. Что это, труба? Лол. Тут
принадлежит Горм. Вот он-то уж точно должен быть командир отряда, верно? Иногда Бриллинтин брал с собой Горн, но я не знаю, зачем ему было брать его туда. Да, ты права. Это может быть чей угодно Горн. Думаю, нам нужно еще одно доказательство. Вы, конечно, все делаете строго по уставу, так? Командир Бриллинтин учит нас, что дисциплина – главная добродетель. Дисциплина? Мне это слово не... Что-то их там чересчур как-то многовато, по-моему. Получай. Ой. Действительно, что же вы такие злые-то, ублюдки? Я же просто хочу взять то, что полагается мне по праву. Ни больше, ни меньше. А вы? Где? Мне не помешало бы. Ух, блин, тут еще эти гады валят. Ладно. Я думаю, что настало время для мушки Тона. Получайте, ублюдки. А вот, кажется, то, что мне было нужно. Шляпа. Шляпа командира отряда. Похоже на те, что носит командиры отрядов. Может, это шляпа Бриллинтина? Он всегда ходит в шляпе. Ладно, я убедилась. Либо Бриллинтин сейчас здесь, либо он был здесь. Посмотри внутри фабрики. Ну, наконец-то ты убедилась. Так, погоди, что это такое? Отлично. Найди способ проникнуть на предприятие. Я так полагаю, что с крыши, наверное, самое оптимальное, да? Бриллинтин – опытный выживальщик. Он мог сам запереться внутри. Поищи способ выбить дверь или, может быть, проломить стену. Проломить стену? Фига у тебя идеи. Прям-таки одна гениальнее другой. Рядом нет никакой строительной техники. Из той, что может пробить тебе вход. Давай я заберусь повыше, а там посмотрю. Я думаю, что что-нибудь смогу найти. Ой, что-то как-то повыше не получается. Ладно, давайте посмотрим, раз снизу. Вот, наверное. Шикарная идея. Пробей стену с помощью крана. Каждый день так делаю. Нет ключей. Стойте, кранам нужны ключи? Что бы сделал Бэтмен? Наверное, прочитал бы записку вслух. Встретимся в парке на пикнике. Я люблю тебя. Ну, вот это подсказка. Пойду-ка я в парк и поищу ключи. А на свидание попаду. Я поражаюсь над логикой заданий. Пришли сюда, надрались им задницу. Нужно сломать стену. Но в крайне нет ключей, но в крайне есть записка о том, что крановщик ушел на свидание в парк. Здорово. Отлично, но будь с ним помягче. Мне кажется, что у него немного опыта в обращении с девушками. И с тех пор он вел себя очень вежливо. Познакомил меня со своими друзьями и даже показал, как нужно писать программу на языке C++. Ух ты! Обязательно пригласите меня на свадьбу. Люблю поесть на шару. Что? Да не, ничего. Не бери в голову, это я так, мысли вслух. Да, пока мы тут бегаем и отдуваемся, у них там уже шуры-муры. Так, ну вот мы, кажется, и на месте. Так, я нашел место пикника. Похоже, этот крановщик либо стал перебравшим, либо его избили. Черт, мне нужны эти ключи. Будем надеяться, что он стал перебравшим. Убей парочку и проверь, нет ли у них ключей. О, только этого не хватало. Вот и Фиско. Твою мать. Супер. Что еще хочется сказать? Просто супер. На, лови. Лови. Получай, 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 ублюдок. Черт, что с вами? Может быть, это бомбомишка поможет, я думаю, что. Вот это шикарное оружие, конечно, реально. О, хорошо. Тихо. Я тебя понял. Мы с тобой еще не закончили. Хорошо, не вопрос. Да как же вас тут много-то? О-о-о, тихо-тихо, офигеть. Перекрестный огонь, и все, уже ничего не сделаешь. Самая опасная зона Sunset Overdrive – это земля. Да, это я знаю. Но такое появление у нас уже было. Оно реально эффектное.
Не ожидали, ублюдки? Хорошо вошло. Ну что, все, нет? Да кажется, нифига не все. Вот это хорошее попадание было, по-моему. Так, слушайте, а мне вообще где-то не здесь надо, а вот тут с ними воевать. Допустим, убейте парочку перебравших, сказано было. Насколько я помню. Патроны, патроны, патроны. Очень жаль, что они закончились. Ох, блин, тут еще и мерзость пришел. Так его, по-моему, звали. Ох ты, мать твою, этот ублюдок еще и там уже. Ох, короче, все здорово. Все просто великолепно, по-моему, друзья. Тихо, ну что ж так не вовремя, патроны-то кончаются. Давай, давай, противник, вставай, живи. Ох, лол. Отличная была идея ехать прямо на него. Ух, твою мать, слушайте, сложно, сложно. Но ничего, мы справимся, мы должны справиться. Если ж мы победили в физи или как бы там, в прошлой серии, то это фигней подавно победим. Надо просто забраться повыше. Уходим, уходим, уходим. Убил этого ублюдка, не убил. Ох, офигеть. Давай, давай, скорее в сторону, куда-нибудь, куда угодно. Главное, вали отсюда. Что же он такой живущий-то, а? Так, давай-ка на батут, пожалуй. Теперь на провода. Офигеть! Да чтоб тебя подкинуло! Лови, сволочь! Так, хорошо. Получаю, ублюдок. Сам напросился. Ай, аптечка давай. Отлично. Аптечка наша. Все будет хорошо. Все будет просто замечательно. О, да, детка. Кажется, эта тварь сдохла. А вот и ключ. Совсем не похоже на ключи от автомобиля. Но если кран не заведется и мне снова придется убивать перебравших в поисках ключей, я брошу игру. Согласен полностью с тобой. Так, пожалуй, мы и поступим. В случае чего. Эй, Ким, ты здесь? Да. Ключ нашелся? Да, но у меня есть более важная тема для разговора. Ладно. А что ты думаешь о Сэме? Честно. Не знаю почему, но он напоминает мне нашу школьную черепаху, еще из 4-го класса. Как-то мы выпустили ее в океан, а потом узнали, что это была пресноводная черепаха. Не рассказывай об этом Сэму. Нормальная тема. О, это другое дело. Так, снова эти уродцы. Точнее, паршивцы, так что просто валим отсюда. Ну вот мы и на месте. Так, передвинуть кран.
Когда еще я смогу крушить все вокруг краном? Разрушить. Что-то не то. Ну-ка, что тут можно разбить? Черт, на этих поддонах был груз с энергетиком. И сейчас сюда набежит толпа перебравших. Твою мать, здорово. Хорошо, что у меня в руках всесокрушающая сила. Не дайте перебравшим уничтожить кран. Перебравших, пока они не стали хлопунами. Ай, твою мать, давай, 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 попадай, попадай. Отлично. Оригинальная миссия. Сначала мне ничего нельзя сделать, кроме того, как ударить по этим поддонам, потом, когда по ним бьешь, он говорит, а, черт, что же я наделал? Зачем же я по ним ударил? Теперь мне придется отдуваться. Ну ладно. Вот получилось. Ох, блин. Че так до хрена бежит? Давай, давай, давай. Ох, блин, один там уже успел таки. Да даже не один. Пошли к черту. Ублюдки. Мочи. Давай. О, хорошо. Так, быстрее этого. Пока он там не успел оклематься. Вот перед того, блин, нет. Промах явный. Фу, хорошо. Только его не хватало. Так, одну секунду, подожди, пожалуйста. Вот так-то лучше. Да чтоб тебя подкинуло. Ну нет. О, да, детка. Это и правда. Как я по нему попал? Какого черта? Умри, сволочь. Ах, блин, давай, 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 давай. Туда быстрее, туда, туда. Мочи. Отлично. Ох, блин. Ох, блин, это жестко. Так, отъехал, товарищ. А их еще и так можно бить, оказывается. Твою мать, этот по-любому рванет. Победа! Осталось пробить эту стену и поискать бриллиантина внутри. Нельзя было так сразу сделать, интересно. Ну ладно, это было весело. И в принципе не очень-то и трудно. Ну что ж, давайте посмотрим, где же старина. Какого черта вы тут делаете, ублюдки? Я нашел записку бриллиантина, двухнедельной давности. Что там написано? Там сказано, хот-доги испортились, иду в Хэпкетс на встречу с Нортоном, на хвосте паршивцы, попробую оторваться. Давай встретимся в Хэпкет и поищем подсказки. Я знала, что Нортон в этом замешан. Ну что же, давай. Успех, вы нашли дневник командира бриллиантина. Похоже, тут как-то замешан Нортон. Нортон? Убиванг. Названия такие забавные, конечно. Открыто новое командир поручение. Нортон? Привет, Нортон. Как идут поиски бриллиантина? Плохо. Думаю, пора их прекратить. Еще рано. Я иду по следу. Да? Я нашел записку бриллиантина. Он должен был встретиться с тобой в Хэпкетс Дайнер. Вы встречались? Ну, я припоминаю, что он не пришел. А где была эта записка? Ты лжешь, Нортон. Что ты скрываешь? Да как ты смеешь? Командир никогда не лжет. А теперь извини, у меня есть важные дела. Да, что-то тут явно нечистое. Давайте посмотрим, что у нас с смартфоном.
Так, смартфон номер один, между прочим. Кому доктор Кейн приемная? Тема данной для статьи «Изобилие». Привет, доктор Кейн. На всякий случай еще раз перепроверю факты для заглавной статьи «Изобилие». Доктор Кейн основал компанию Fisk в 2007 году после того, как ушел с поста главы отдела ИР компании «Объединенные продукты International». В 2010 году Fisk вступила на рынок свой первый продукт – энергетический напиток. Значит, мы же, по-моему, читали уже. Вот это номер два, значит, мы не читали, получается. Данные статьи «Изобилие». Доктор Кейн. Шелли, навык. Копипащение из интернета ты овладела в совершенстве. Плата за твой колледж того стоила. Все правильно, только не забудь еще указать, что изобрел мюсли толстобок. Я этим очень горжусь. И дай побольше конкретики. В мире ежедневно пивается 20 миллиардов банок юнц. Кофе уже практически вообще никто не пьет. Да, меня действительно зовут Руперт, раз уж в детстве тебя спасали от голода, только я да пара нянь. Уж хоть это могла бы и не перепроверять. Спасибо, папа. Понятно. В общем, семейные страсти. И вот во что это вылилось. Встретимся в Хэпкэтс Дайнер. Думаю, Ким попала в беду. Уже бегу. Ну так это ж твоя возлюбленная, ты ее и спасай. Это тут при чем? У нас с вами есть парочка новых поручений. Давайте посмотрим на карту, где они, собственно, находятся. Вот одно из них, кстати говоря. А где вообще мы? Ну вот мы, по идее, да? Давайте расходим, например, сюда. Хаос на парковке. Большой брат Сэм. Допустим, большой брат Сэм. Почему бы и нет? Так, вперед, вперед, вперед. Еще быстрее. Так, ну почти добрались. Ух ты, мать твою, вот это я удачно вышел, конечно. Ничего не скажешь. Одним паршивцем меньше, мать твою. Получайте, ублюдки. Офигеть. Как ты еще жив-то после такого остаешься вообще? Честно говоря, не совсем понятно. А, у нас поручение там, прямо внутри, на базе. Ну что ж, давайте сходим туда, потому что я думаю, что новую миссию мы уже не успеем, полноценную сюжетную, а какое-нибудь поручение вполне может быть. Только для начала, пожалуй, закупимся. Привет, старина. Как ты успеваешь и там, и там, и там везде стоять? Интересный ты парень. Кислотная бомба, по идее, можно было бы взять. И давайте даже, пожалуй, возьмем. Как больно продавать эту штуку за дешево. Так, подожди-ка. 0,1% населения. Да, полученная ачивка. Не знаю, почему это, к чему это. В общем, неважно. Давайте место просто убиваем, поставим кислотную бомбу. А что у нас там еще было? А, ну это надето. Надето, надето. Вот это только два не надето. Убиванка у нас еще есть, кстати говоря. Выстреливает бумеранг, который разрезает противников, не изменяя траектории. Затем возвращается к игроку, нанося урон на обратном пути. Если вам удастся поймать бумеранг, вы можете бросить его снова. Слушай, неплохо. Дай-ка попробуем. А у нас стоит убиванг. И кислотная бомба стоит. И замораживающая бомба. У нас все вообще замечательно, в принципе, с вами. Ну что ж, прекрасно. В таком случае погнали. И тут было задание, которое называется «Большой брат». Не помню, вот это, наверное. Да, в общем, какая разница. Привет. Знаешь тот большой паркинг в старом маленьком Токио? Он набит всякой электроникой, которая бы нам очень пригодилась. Но это территория паршивцев. Можно заманить туда перебравших и вместе справиться с паршивцами. Мой препод по социологии говорил, что будущее за пассивно-агрессивными войнами. Хаос на парковке. Помогите оксфордцам зачистить крытую парковку у вокзала, направив перебравших и паршивцев друг на друга. Ну что же, попробуем сделать сейчас. Не всем про то, что я хотел. Я хотел второе задание, ну ладно, это тоже, наверное, неплохо. По крайней мере, название очень даже интригующее. Хаос на парковке. Чувствую, будет весело. Да, вот и мы. Ганди как-то сказал, принцип око за око сделает весь мир слепым. Я не намекаю, что тебе нужно стать Ганди или Далай-ламой. Просто говорю, что иногда существует более эффективный способ добиться желаемого, чем палить во всех, кого видишь. Вот и все. Да что ты говоришь?
Интересная философская мысль. Ну, в принципе, я понял твою идею, на самом деле. Идея реально хорошая. То есть, зачем справиться с двумя врагами, когда можно натравить одного врага на другого, и они справятся друг с другом сами, вместо нас. Идея реально хорошая. Но посмотрим, насколько мы с ней справимся в реальной жизни. Что у нас получится, потому что так-то просто пока что это только мысли. А что нас здесь ждет, мы сейчас увидим. Такс. Забавный бумеранг. Давай, 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 ну же, давай наверх, ну пожалуйста. Так, хорошо. Там уже стреляет вовсю. Ай, твою мать, в самый низ упал. Ладно, не беда. Отлично. Получилось? Здорово. Чтобы выманить перебравших, тебе нужно разбить пару торговых автоматов и включить сигналку в автомобилях. Легко. Тачки или торговые автоматы. Так, давай-ка сменим оружие. Это, конечно, хорошая штука. Мне она нравится, но фиг его знает. Да твою мать, попадешь ты уже сегодня или нет? Ребята, кажется, мне пора. Продолжай бесить их, это работает. Нужно больше патронов. А еще больше аптечек. Флажок, блин, меня так пикало, это вообще просто супер. Дайте мне аптечку, пожалуйста, хотя бы одну. О, хорош по мне стрелять, ублюдок. Вот, спасибо за аптечку. Отлично. Так-то, в общем-то, лучше. О-о-о. Так, хорошо вошло. Уровень хаоса тем временем растет. Все, по идее, хорошо. Кроме количества моих жизней. О, убили, ублюдки. Твою мать, только не говори мне, что с самого начала все будет опять. Только не это. Походу дела, да. Фак. Ладно, поехали. Ищи тачки или торговые автоматы. Так, тихо, тихо, тихо. Всеми двигаемся. Двигаемся молниеносно. Как гребаный Рэмбо. Так, хорошо. Да, ударь ты по ней. Ладно, неважно, короче. Я рад, только у меня жизни уже нету снова. Ох. Так, спокойно, спокойно. Хорошо вошло. Ублюдок убил меня. Нет.
О, господи. Тут просто хреново, что если особо не покатаешься нигде, не поскользишь. Тут в основном все происходит именно на земле. О, нифига себе. И это реально печально. Так, ну попробуем последний раз, если не получится, то фиксим, будем заканчивать тогда. Чертовы сволочи, получайте, гады! Давай, мочи, мочи все, что можно. И нельзя. Так, хорошо вошло. Качественно. Тоже неплохо. Пора валить, пора валить, пора валить. Патронов, говоришь, нету. Нет, есть еще немножко. Так, хорошо вошло. К тебе приближаются агенты Фиско. Да? Пусть они за тебя все зачистят. Так что мне делать-то? Братюня? Нужно еще немножко поднять уровень хаоса. Все еще мало. Что ты бежишь в стену, придурочный? О, господи. Автоматы раздолбаны. Есть чуть-чуть. Извините, я нечаянно. Я ухожу, ухожу. Вау. Аптечка, аптечка. Вот она, родная. Офигеть тут народу. Вот, кажется, вижу. Пара автомобилей, которые я еще не взорвал. Твою мать, твою мать, что взять? Мишку? Ну, почему бы и нет? Отлично! Теперь зачищай и забирай электронику. Отлично, осталось врагов 26. Ну, пускай они там сами за другом воюют. Я пока просто побегаю. Хотя, ну, конечно же, надо помочь. В любом случае, электронику надо будет забирать. Ведь так? Так что вперед из песни. Ох, там какой хардкор пришел. Мать твою, почему я прям на него иду? Ладно, не важно. Уходим, уходим! Воу! Аптечка, вон она, вон она! Спасительная моя аптечка! Черт возьми, какой это ублюдок жесткий. Да, про это я вообще молчу. Фак, патроны снова. Чем я попробуем кислотную бомбу испытать? Ау. Так, скорее мне куда-нибудь наверх бы. Вот так, допустим, хорошо. Ну, кажется, вам понравилось. Кажется, работает. Странно, конечно, работает, но тем не менее. Ох, блин, почему внизу? Забавная херовина. Давай, давай, мочи. Черт, упал в самый низ. Ко мне, наверное, правда придет, я думаю, что. А вот и он. О, да.
Фу, это было непросто. Где-то остался еще один враг. Самое что интересное, так вот где? Все. Ненасильственные методы самые кровавые. Но ты молодец, вперед, забирай электронику. Фу, квест выполнен, успех. Ну что ж, друзья, это было, по-моему, очень эпично. Как идут поиски бриллиантина? Плохо. Думаю, пора их прекратить. Еще рано. Я иду по следу. Это мы уже слышали, поэтому, собственно, особо не важно. Ну что ж, дорогие подписчики и зрители моего канала, я думаю, что настало время прощаться, как это не печально, но время серии не резиновое. Оставляйте свои комментарии, если вам понравилось, есть что сказать, также не забывайте ставить большие пальцы вверх. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. А для вас играл и комментировал Валда, это была игра Sunset Overdrive на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.